Чаще всего кукольные спектакли заканчиваются для взрослых людей, когда вырастают их дети. Считается, что показать с помощью кукол произведения великих классиков нельзя. Однако это не так. В этом сезоне театр кукол Кстово выпустил постановку для тех, кто постарше. Спектакль «О любви» вот именно объединяет два произведения Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение». Там нет каких-то суперспецэффектов. Там все построено именно на театральном мастерстве, мастерстве кукловождения, актерском мастерстве и действии непосредственном, без всякой лишней приправы. Этот спектакль не только о любви. С помощью кукольных персонажей актеры рассказывают историю взаимоотношений между людьми, о том, как преодолевать споры и обиды, прощать и надеяться на лучшее. Любовь изменчива, и человек порой не выбирает судьбу, которая ему приносит любовь на том или ином этапе его жизненного пути, и человек должен эту любовь принять и быть готовым к ней. Сыграть в спектакле по произведениям великих классиков – мечта практически каждого актера, даже того, кто всю жизнь работал с куклами. Взрослому человеку хочется говорить о взрослых проблемах. Искусство, оно все-таки должно оставаться искусством. Нельзя быть только детским, нельзя только детский вкус ублажать. Антон Павлович Чехов виртуозно подмечал нелепые и курьезные в самых обыденных ситуациях, предметах и характерах. С помощью кукол актерам Кстовского театра удалось воплотить анекдотичный мир героев великого писателя. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.